Главный тренер российской сборной по футболу итальянец Фабио Капелло пока не снят с занимаемой должности. Как сообщил на пресс-конференции Никита Симонян, исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза, переговоры о расторжении контракта продолжаются. На сегодняшний день Капелло не снят. Не снят. Да, но, во всяком, по крайней мере, с ним произведены все расчеты абсолютно по зарплате, снято все. Об отставке Капелло заговорили в июне, когда сборная России проиграла в важном домашнем матче Австрии со счетом 1-0. После этого участие команды в Евро-2016 оказалось под вопросом. Главная проблема для российской стороны – вопрос о неустойке за расторжение контракта с Капелло. Согласно договору, она может превысить 21 миллион евро. При этом у Российского футбольного союза не было денег даже, чтобы выплачивать тренеру зарплату. Для этого пришлось брать льготный кредит в размере 400 миллионов рублей. Как сообщается, увольнение Фабио Капелло пообещал профинансировать бизнесмен Алишер Усманов. Предполагается, что он выделит очередной льготный кредит в размере 300 миллионов рублей. Капелло возглавил российскую сборную в июле 2012-го. Под его руководством команда впервые за 12 лет попала в финальную стадию чемпионата мира, которая прошла в 2014 году в Бразилии. Однако выступила там крайне неудачно, не смогла выйти в четвертьфинал. По контракту Фабио Капелло ежегодно зарабатывал 7 миллионов евро плюс бонусы и соцпакет.